Итак, сегодня я вам решил рассказать о программе для записи видео с рабочего стола. Это программа Fastone Captcha. Сейчас я веду запись этого ролика именно с этой программы. Да и вообще все ролики я пишу именно с нее. Так, чем же она хороша и почему я ее считаю самой лучшей из всех? Да тем, что ролики, записанные с этой программы, имеют очень хорошее качество, и при этом они очень мало весят. Ролик примерно длительностью в 3 минуты будет весить всего 10 мегабайт, а то и меньше. А качество хорошее. Еще ее плюс то, что она сама очень маленького размера, всего 3 мегабайта. Ее минусы. Первый минус — это максимальная частота кадров, с которой может записывать эта программа, это 25 кадров в секунду. Ну, для записи рабочего стола, я думаю, в принципе, больше не надо. Второй минус — это то, что в одно время нельзя записывать видео с веб-камеры, то есть нельзя вынести окно сюда куда-нибудь на рабочий стол. Ну вот, вообще, этой программой я пользуюсь всегда и считаю ее самой лучшей. Но если хотите ее скачать, ссылка будет к описанию к этому видео в описании. Ну, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, пишите на почту или ВКонтакт. Всегда всем отвечу. Всем пока.